Мы, спортсмены, часто сталкиваемся с болью от порванного сухожилия, от растянутой мышцы. Но эта физическая боль несравнима с той моральной, когда ты становишься забытым в полном одиночестве. А не хватает всего-навсего простого человеческого внимания или участия. А ведь ты можешь даже спасти чью-то жизнь. Поэтому именно сегодня ты ему нужен.